Талантливых детей нужно не только поддерживать, но и благодарить за их труд и пример сверстникам. Так решили в администрации Твери. В конце года отметили лучших в различных номинациях. Прямо сейчас наш корреспондент расскажет, кто заслужил звание «Успех Твери», «Преодоление» и не только. Борис занимается боксом с 4 лет. Сейчас ему 17. И благодаря достижениям спортсмена Тверь звучит в разных городах и странах. На самых престижных соревнованиях и чемпионатах. В копилке много наград, а планы еще амбициознее. Победитель России 16-го года. Потом призер первенства Европы тоже 16-го года. Недавно стал финалистом ЦФО. И ездил сейчас на Кубок Никифорова. Сейчас он будет первенство ЦФО в январе. За свои высокие достижения Боре в торжественной обстановке вручили диплом «Надежда Твери». Это Даниил Воробьев. Молодой человек ежедневно демонстрирует стойкость, упорство и мужество. В раннем возрасте он перенес серьезную операцию на ноги. Но несмотря на все трудности по реабилитации, он уже 4 года занимается настольным теннисом. Должна быть сила воли, чтобы преодолеть все трудности. За любыми успехами спортсмена стоит тяжелый труд тренера. Ирина Владимировна для Даниила – наставник и друг, которому можно довериться и получить результат. За преодоление подросток получил заслуженную награду. Эти дети, спортсмены, у них очень большая мотивация научиться и преодолеть именно какой-то свой недуг, свое заболевание. А результаты иногда бывают не сразу. И мы стремимся, чтобы наши спортсмены, которые приходят к нам в спортивно-адаптивную школу, преодолели все. Заслуги наставника тоже отметили. Ирине еще 23 педагогам присвоили звание «Лучший тренер». Всего же на сцене ДК чествовали 97 спортсменов за выдающиеся достижения по разным видам спорта. Гребли на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, плавание, спортивная акробатика, художественная гимнастика, автомобильный спорт, прыжки на батуте, спортивное ориентирование, шашки, настольный теннис, тхэквондо и другие. Я желаю, чтобы наша Тверь всегда гордилась своими спортсменами, чтобы ваши достижения всегда гордо неслись не только над нашим городом, нашей областью, но и над всей страной. И я уверен, что раз уж награждение проходит в преддверии Нового года, что новый 2020 год принесет вам и нам всем вместе еще больше побед. С праздником одаренности, таланта, успеха, с вашими достижениями. Завершилась торжественная церемония яркими показательными выступлениями тверских спортсменов.